Тинькофф самый лучший банк. Про X5M. Там будет спонсор Тинькофф Банк. Деньги отталкивают людей друг от друга. Но, с другой стороны, опять же, да, вот вы бомбите на Тинькофф Банк. С другой стороны, банк работает 11 лет. И все-то было как бы плюс-минус, конечно, негатив. Но негатив есть на любой банк, на самом деле. Тут негатив есть на все, что касается денег. К сожалению, мир наш таков, что деньги, они как бы... Они ссорят людей постоянно. Поэтому неважно, что там это касается, всякие там форексы, трейдеры, банки, кредиты, долги, большое количество денег, маленькое количество денег. Это все делит на классы. Это... Иначе нас засудят, потому что легко доказать обратное. Тинькофф самый лучший банк.